конкурсе я пошла на следующий этап, там меня уже пригласили на другой этап. Ну и подошло время моего поступления в университет, и пришлось попросить оазис. Здесь можно покататься на катамаранах, лодках и водных велосипедах. А с набережной открываются виды потрясающих красоты, густой лес и шапки кавказских вершин на горизонте. Здесь душа поет, иначе и не скажешь. Что такое любовь? Это поддержка. Это есть любовь. Любовь мужчина, он должен быть другом настоящим. То есть ему я больше всего буду доверять. Страх перестать быть мужчиной. Это симптомы простатита. Лунгита способствует расщеплению фиброзной ткани и помогает устранять последствия простатита. Лунгита против простатита. Чем 100 раз посмотреть, лучше один раз покрутить. Закажите с Авито доставкой от 1 рубля. Проверьте, что товар вам подходит, а после подтвердите оплату. Бабушкин свитер, свитер из пряжи. Теплое солнце летнего пляжа. Долгие ночи, которые были, это тепло, что мы сохранили. Роутон, 25 лет дарим тепло. Альфа-банк первым в России отменил все комиссии за переводы и платежи. Закажите бесплатную дебетовую Альфа-карту. 8 типов. Нагревательный, с чугунной нагревательной серединой, угольный, паровой, спиртовой, газовый и электрический утюги. Меня зовут Света, это наш музей, музей наш молодой, нам 14 лет. Мы собирали кучу утюгов, у нас есть такая симпатичная красная полочка со всеми их типами, а также эволюцией. То есть начинается с самого первого утюга, а заканчивается самым современным утюгом на планете Земля. Вы его узнаете? Вот этот. Да, угадите. Век электричества давно никого не удивишь разными приспособлениями для глажения. Ни современными утюгами с разными функциями, ни гладильными машинами, рассчитанными на большие объемы белья, ни отпаривателями, которые способны разгладить вещь самого сложного кроя. А раньше даже самую привередливую одежду умудрялись привести в достойный вид допотопными агрегатами. В каменный век и утюги были такими же. Свои шкуры древние люди складывали на плоские булыжники. И сверху придавливали такими же. Древние римляне выбивали морщины из одежды молотками. В Древней Греции в ход шли металлические пруты. На Руси пользовались скалпами. Это цельный литой утюг или нагревательный? На чем такой утюг раньше нагреть можно было? Гостинцами я запаслась. Самое время отправиться на поиски снежного человека. Thank you.
буду ментально с вами связан. Как шортики? Лучше бы у шортики в магазинчике шортингом позанималась. Давайте это разобрали. Придумала себе на свою голову идти найти дурацкого. Он того стоит, это же Йети. Настоящий Йети еще никто не встречался. Да, я могу быть первой. Ничего, скоро встретимся, нет, Татьяна. Нужно будет обойти с этой стороны. Сейчас я встану. Ой, мамочка дорогая. Проходим с той стороны. Продажа одежды и товаров для красоты на Озон. Куртки от спортмастера до 3499. Озон. Хотите погасить будущие мечты? За мной. Защитить квартиру для себя и вас так же приятно. Как в ней жить? Прямо сейчас живите лучше будущего. Уже настоящего. С Альфа-страхованием. Так, ну и что, теперь у нас новая одна выгода. Скидки до 35%, честная рассрочка на 24 месяца. Телевизор Яндекс всего за 34,999. Еще просрочку. Любимый чмоник, управляющий вселенной шурупом. Мария хозяйка, то ли Оля, то ли Вера. Саня, верни косарь. Видите, не важно, кому вы переводите или платите. Важно, что без комиссии и ограничений. Альфа-банк первым в России отменил комиссии за все переводы и платежи. Thank you.
Just like that, God took away my sister. Some kind of seal was cast upon me, and I lost my power. So while we used to travel from world to world, we are now trapped here. How many years ago was it? I don't know. But I intend to find out. When I woke, I was all alone. Until I met you 2 months ago. Yeah, Paimon really owes you for that. Otherwise, Paimon likely would have drowned. So Paimon will do her best to be a great guy. We should head off. Let's get going. Увидеть, как добывают уголь без риска для жизни, можно в местном музее-заповеднике. Здесь-то я и получу свою порцию ощущений. Один интересный сувенир города – это фигурка шахтера. И посмотрите, какая забавная и хорошенькая. Этот шахтер похож на кротика из мультика нашего детства. Помните? А зовут его Гармазуля. Наверное, особо сочетание крем и Гармазуля. Такой черный, нехороший, пинтовый. Ну что, Гармазуля, Гарм, покажешь мне? Пойдем. Я узнала про лошадок, которые в старину никогда не поднимались на поверхность. Рождались в шахте, чтобы работали там. Я бы всех этих лошадок накормила вкусненько, почистила, расчесала гриву, обняла бы каждую лошадку. Горячий камень используется не только в промышленных целях, но из него делают очень необычные сувениры. Пойдемте посмотрим на них. Добыча угля – дело непростое. Нужно быть смелым и выносливым человеком. Раньше, пока не было технической возможности обеспечить высокий уровень безопасности, шахтер должен был рисковать жизнью каждый день. Хорошо, что сейчас все изменилось. Теперь со спокойной душой могу ехать дальше, выбирать необычные сувениры. Не выдержал моего шопинга, но я не расстраиваюсь, ведь впереди меня ждет уникальная покупка. Мороз кусался день чудесный, он что снимаешь, друг прелестный, вы здесь уже не взял мастера? Ага, хорошо, спасибо. Конечно, будет гадко, потому что я приехала к бесценному мастеру угольного дела. Резчик смотрит, только посмотрите, какую красоту он делает. Копеечка. Целой один уголек. Здорово, да? А вот, у вас что-то знакомое, знакомое. Это же мой барсик, посмотрите. Прям точь-в-точь. Наверняка угольный дел мастер тоже видел, видите, как у меня.
Ну, это вообще что за порода? Крупная, конечно. Да? Ну, да, ну, вообще-то есть такая проблема, знаете, найти очень сухое дерево. А угол очень высокое дерево. Мне кажется, это не его. Что, думаете, это дерево? Ну, да. Ой, простите, пожалуйста. Это нормально. Oh, did you just feel the elements of the world? Seems all you had to do was just touch the statue and you got the power of animal. As much as they may want it, people in this world can never get a hold of powers as easily as you. It's because you're not from this world to begin with. If we keep heading west from here, we'll eventually reach Mondstadt, the city of freedom. Mondstadt is the city of wind because they worship the god of animal. So perhaps because you got power from the god of animal, you can find some clues there. There are also lots of bards there, so perhaps one of them has heard news of your sister. Let's move then. The elements in this world responded to your prayers, and Paimon thinks that's a lovely sign. Huh? Look at that! Don't be afraid. It's all right now. I'm back. Is he talking to a dragon? Сравнительно недавно, с 18 века, тогда с развитием промышленности в обиход вошли сковородки,